Всем привет. Отхожу от вчерашнего стрима. Сейчас мы попробуем в акциях получить что-то получить. Не знаю, там у нас сегодня яйца, как обычно, выходные. Базар мы уже забрали. Попробуем что-то годное достать отсюда. Тут у нас уже есть Бигфут, Некрос. Ну, 103 яичка. Пытаемся вытащить еще третьего Бигфуда. Бигфуд, Бигмак. Не знаю, как его назвать. Герой реально кайфовый. Так, ну, смотрим. В прошлый раз, кто смотрел, как я ролил, те знают, что немножко поменяли здесь рендом. Начали совсем по-другому герои падать. Не так стабильно, как было раньше. То есть там неопределенные яйца, скажем так. Так. Ну, пока как-то глухо. Единственное, сегодня кайфовый базар. Реально есть смысл забирать все. Постараюсь вечером выложить видос. Или на стриме прокачаем. Постараемся прокачать Бигфуту 12 скилл умения на максималку. Некроса я все-таки не захотел качать, урона у меня и так там на нем хватает. А вот нового героя реально есть смысл заодно и потестить. У него там кулдаун умения уменьшается, ну реально очень круто выглядит герой. Так, первый герой — это у нас Гаргул, 25 яйцо. Раньше все падали после там 30-50. Ну-ка, давайте. Удивите в этот раз. Так, осталось 73 попытки. Редкое яйцо. Ну, ребятушки, где ваш рандом? Удивите. Три тысячи значков. Ну, пока как-то тухленько, я бы сказал. Даже расходники хреновые падают. Один Гаргул за 4 пака. Как-то IGG вы реально загоняетесь. Призрачный всадник. Второй герой. Охренеть. 50-е яйцо. Ну-ка, давайте. Думаю, еще героя 2 упадет. Ведьма. И этот Иронин или Лео. И все, и на этом скажем до свидания. Ну, как-то не очень. Не радует этот рандом. Ни психощиты не падают толком. Яйца там через раз, конечно, но это не то. 300 самоцветов — это тоже не то, что хочется увидеть в плюшках. Леди Лео. 59-е. Так, 3 героя у нас уже есть. Героя, редкое яйцо, 40 попыток осталось. Вот так, сука. Некрос, 64 яйцо, 5 паков. Просто пипец, товарищи. Один из самых дешевых, опять же, донатных, но все-таки есть толк. Реально желаю вам такой же удачи. Мне он, конечно, не нужен. Призрачный всадник второй.
У меня уже и так все прокачаны на максималку, но надеюсь, вам тоже он упадет не с 200, с какого там, 252 яйца. Давайте, Ронин, 72 яйца, и мы уже, нам остался только Бигфут, ведьма. Всех остальных мы уже получили, осталось 30 попыток. Ну, блин, забираю свои слова обратно насчет рандома. Удивили, удивили, сегодня удивили. Наверное, тут Бигфут свыше 120, скорее всего. Что-то мне так кажется, если нам уже Некрос упал, блин. Ну, я не понимаю этого рандома. Вчера мы два Бигфута за 210 вытащили. А тут прям Некрос упал за 64 попытки. Круто. Ну... Бигфут, приди. Самоцветы. Кристаллы. Магические руны. Ну, удиви. 9 попыток осталось. Ну, если мы сейчас его не выбьем, ничего страшного. Думаю, завтра, послезавтра, там у нас еще есть время. Посмотрим все-таки на каком. Сегодня у нас была цель забрать базар. На базаре сегодня офигенные ништяки, за которые мы будем докачивать 12-й скилл. И облики. Вот 103, ну, вот так вот. Вот так вот. Для тех, кто не видел базар, сейчас покажу, что там годного и интересного дают. Базарчик реально кайфовенький. По 5 попыток. Не то, что обычно там у нас по 3. Наконец-то они прислушались. Слышали меня. Так, забираем. Поменяли у нас анимашку здесь. Ну, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Реально кайфовенько. Получили. Так, вот покажу вам еще базарчик. Временные акции. Здесь мы Рудольфов натащили. Качали облики. Облик Душика, облик Тессы. Кучу камней. 100 осколков Некроса, Рину можно собрать, куча всего, куча плюшек, куча карт. Короче, все так, как должно быть. Все, всем спасибо, пишите в комментариях, бомбите. Всем пока.